до тех пор, пока человек сам себе не начнет понимать, что оказывается, он не имеет сил. Сил не могу, но не могу не осуждать. Все, перестану осуждать. И тут же сорвался. О любом, это о любых грехах. До тех пор, пока человек сознательно не посмотрит на себя и не смирится в конечном счете с чем, что оказывается, насколько я болен, оказывается. Я даже и не представлял этого. Святые отцы говорят, доколе я не смирюсь в самом себе, никогда я не смогу победить ничего. А если были некоторые, находились, которые, кажется, побеждали, то кончали жизнь очень плохо. Срывались так, вплоть до самоубийства. Почему? Что случилось? Оказывается, действительно можно какие-то страсти держать, не давать им проявляться. Кажется, я победил. Но если при этом я не увидел себя, не увидел, что я болен, оказывается, это даже кажется мое воздержание порождает во мне самое страшное, что может быть – гордыню. Я победил. Христианский опыт говорит, это хуже любого греха другого. Почему? Потому что там, где у меня гордость, там уже исправления никакого не будет. Я лучший в мире. Вот так. И если другие этого не видят, ну, хуже для них. А я-то знаю. Я. Какой ужас. –